Сейчас у нас новая тема. Каков порядок брака Бога? Каков порядок брака Бога? Сейчас мы открываем в Новом Завете. 1 Коринфянам, глава 12, стих 3. 1 Коринфянам, глава 12, стих 3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава – это муж, а Христу глава – это Бог. Еще раз. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Все муж или все мужи наши глава – это Христос. Это Иисус Христос. А жена глава – это муж. Еще раз. И жена глава – это муж. Еще раз. Жена глава – это муж. Знаешь что? Твой муж – он твой лидер. Он как твой сар в доме. Он как твой сар домой. Еще раз, всякий муж, извиняюсь, что всякому мужу глава Христос. Жена глава – это муж, а Христу глава – Бог. Есть Бог, Иисус Христос, муж, жена. Это наш Бог порядок. Это наш Бог порядок в браке. Дальше. А сейчас мы открываем в Новом Завете. Книга Ефесянам, глава 5, стих 22. Жены, повинуйтесь своим мужам. Еще раз. Жены, повинуйтесь своим мужем, как Господу. Раньше уже читал, где-то минуточку назад, уже читал наш Бог порядок в Библии. Бог Христос, муж и жена. А Господь сказал здесь, жены, повинуйтесь своим мужем, как Господу. Как Господу. Дальше. Потому что муж есть глава жены. Еще раз. Потому что муж, он глава жены. Как и Христос глава церкви. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жени своим мужем во всем. Стих 25.
Мужи, любите своих жен. Еще раз. Мужи, любите своих жен. Надо любить своих жен. Как Бог сдал нас. А что такое любовь? Что такое любовь? А как мы можем определить любовь от Библии? Сейчас мы открываем. Первый Жан или первый Иоанн. Глава 5, стих 3. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. Еще раз. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Его любовь – это когда мы соблюдаем Его заповеди. Бог сдал нас, как мы можем, или как мы будем любить наши жены или муж в Библии. Мои люди, если вы это сделаете, я обещаю, если вы это сделайте, вы будете один плод. Первый. Вы будете один плод. А второй. Второй. Вы будете вместе навсегда. Вы будете согласиться на все вместе. А Бог будет благословить вас. Очень-очень высокий. Давай обратно на... Книга Ефесянам, глава 5. Глава 5, стих 25. Мужи, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себе за нее. Стих 27. Чтобы представить ее себе славной церкви. Христос, Он как муж для нас. Церковь здесь – это не все люди, нет. Церковь здесь – это Израиль люди. Израиль люди, они как его жены. Израиль люди, извиняюсь, Израиль люди, они как его жена. А как я это могу доказать? Сейчас мы открываем. Если вы посмотрите здесь, если... Вы смотрите, я читаю все доказания от Библии. Не что я думаю или от моей эмоции. Нет, от Библии. Сейчас открываем, пожалуйста. Деяние, глава 7, стих 38. Это тот, который был в церкви, в пустыне с ангелом. В пустыне. Кто были в пустыне с ангелом в истории? Исход, Левит, числа и второзаконие в Ветхом Завете. Какие люди были в пустыне с ангелом? Израиль люди. Еще раз, это тот, который был в церкви в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе с Синаи. Какие люди, наш Господь, ангел здесь, с кем он разговаривал тогда? Израиль люди. В Маунт, или как сказать, горе Синаи, это Израиль люди. Через Моисей и Аарон. И с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы предать нам. Это живые слова, которые мы приняли, это его законы. Когда мы были, как мы читали здесь, были в церкви, в пустыне с ангелом. Это Израиль люди. Израиль люди, они наш Бог, церковь. Не все люди. Не все люди. Все эти люди, или как сказать, все эти пасторы или священников, они все сказали ложно.
что они сказали, это неправильно, это неправда. Наш Господь, церковь, это Израиль люди. И Израиль люди, они как его жена. Они как его жена. Как я это могу доказать? Пророк Еремия, глава 3, стих 12. Иди и провозгласи слова си к северу и скажите. Возвратись, отступница, дочь Израилева. Здесь он разговаривает, здесь к Израилеву люди, не на все люди. Стих 14. Возвратитесь, дети отступники. Возвратитесь, дети отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами. Я сочетался с вами, значит, что я женился с вами. Я женился с вами. Когда мы читаем час обратно, книга Ефесянам. Ефесянам, глава 5, стих 25. Мужи, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себе за нее. Стих 27. Чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна, что мы будем очень чисты. Поэтому Он умирал для нас, что Бог будет, что Бог не будет наказать нас. Что Бог не будет наказать нас, поэтому Он забрал все наши грехов. И Он умирал для нас, что мы не будем, что Бог не будет судить нас, или что Бог не будет наказать нас. Дальше. Стих 28. Дальше. Стих 28. Так должны мужи любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Стих 31. Стих 31. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть, и две они будут одна плоть. Дальше. Тайна сия велика. Я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себе, а жена да боится своего мужа. Боится своего мужа. Это что наш Господь сдал нас. Как мы можем быть вместе. А сейчас мы открываем в Новом Завете. Книга Колоссянам, глава 3, стих 18. Жени, повинуйтесь мужем своим, как прилично в Господе. Еще раз. Жени, повинуйтесь мужем своим, как прилично в Господе. В Господе. Мужи, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Мужи, а сейчас мы открываем в Новом Завете книга Колоссянам, глава 3, стих 18. Жен, повинуйтесь мужем своим, как прилично в Господе. Еще раз, я знаю, что... Подожди. Я знаю, что это очень трудно для многих
девушки делать на этом лёгке. Если вы верите в Бога, и вы любите Его закон, и вы хотите сделать, что Он заповедал, и вы любите Его, это не будет трудно. Это не тяжело вообще, не тяжко. Еще раз. Жени, повинуйтесь с мужем своим, как прилично в Господе. Мужи, любите своих жен и не будете к ним суровы. Это очень легко. Первый Петр, глава 3, стих 1. Это в Новый Завет. Также и вы, жены, повнуйте свой муж, еще раз, он повторяет это много раз. Еще. Это наш Бог порядок в браке. Это никогда не тяжело. Но я знаю, много девушки сейчас думают, что это плохо. Это нельзя. Что они могут сделать, как они хотят. Нет. Если, как я уже сказал раньше, если вы любите Бога, если вы любите твой муж, должны это сделать. Должны сохранить это. Еще раз, 1 Петр, глава 3, стих 1. Так же и вы, жены, повинуйте своим мужем. И раньше тоже сказал, что муж, возлюбите ваши жены. Это очень-очень нужно для брака. Это наш Бог законы для брака. Это наш Бог порядок для брака. Шалом. Самый высокий Бог и Христос благословит вас. Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us, subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.